начали. Мастер Чен, лидер преступной империи, хозяин самой популярной лапшичной в Ниндзяго Сити, организатор подпольных турниров, но в первую очередь сенсей, мастер боевых искусств, обучивший Дермадона и Клауса. Мини-фигурка 2015 года, впервые выпущенная по сезону турнир стихии, входившая не менее чем в три набора. В частности, набор 70-749 храм клана Анакондрай, где Чен был в черном плаще. Вспыльчивый Чен, мастер мошенничества. Он умный стратег и у него талант обводить людей вокруг пальца. Вскоре после того, как Зейн якобы погиб, Чен организовал турнир стихий в качестве прикрытия, чтобы получить возможность украсть силы мастеров стихий. С помощью их сил он собирался воспользоваться заклинанием, которое превратит его последователей в анакондраев, а затем поможет разрушить остров Ниндзяго. Для воплощения своей идеи из голубого кристалла Чен создал посох стихий. Посох забирает силу стихии у того, кто ей пользуется, и сохраняет ее в хрустальном шаре. Этими стихиями потом может воспользоваться любой, кто возьмет посох. На Чене надето бордово-черное кимоно с золотой отделкой и рисунком в виде чешуи. Черные штаны с красными и золотыми эмблемами. На голове у него массивный головной убор из костяного черепа анакондрай. Лицо с усами, бородкой и бакенбардами. На шее ожерелье из зубов. Чен имеет огромную харизму, амбиции и веселый задорный характер. Чен ненавидит проигрывать и является диким, безумным фанатиком клана Анакондрай. Его веселый, одержимый и беззаботный характер является его главным преимуществом, а благодаря харизме он идеальный оратор. Также ему присущи хитрость, коварство и расчетливость, которыми он исправно пользовался в своих целях. У него есть дочь Скайла. Безусловно, Чен один из главных злодеев мультсериала, чем и заслужил наше внимание. К тому же фигурка вышла крайне удачной,